Всегда приятно слышать о победах наших земляков. Несколько месяцев назад мы призывали вас проголосовать за нашего земляка, спортсмена-регбиста Вячеслава Григоращенко, который живет в поселке Рисово. Вячеслав принимал участие в конкурсе видеороликов «Моя альтернатива» на тему «Здоровый образ жизни», который проводила Московская лига здоровья нации. Изначально в конкурсе заявилось 800 участников со всех уголков России. 208 из них, в том числе и Григоращенко, были допущены до голосования. И наши с вами оценки сыграли в этом свою роль. 31 мая в Москве состоялся финальный этап конкурса. В числе 23 лучших значился и наш Вячеслав. На этом этапе претендентам предстояло продемонстрировать свой ролик и лично презентовать его. Рассказать о целях и задачах, которые преследовались, а также о том, как снимали материал. В результате Вячеслав Григоращенко занял 3-е место. Ему вручили диплом и денежную премию. Вернувшись домой, Вячеслав погрузился в тренировки, готовясь к соревнованиям в Красноярске в составе сборной по регби края. О своих впечатлениях от поездки он поделился с нами по телефону. Какие эмоции испытывал, когда выходил защищать свой проект? Ну, когда презентация работ была, было такое дикое волнение, когда смотришь, тебе рассказывают. Ну, а потом, когда выходишь на сцену, когда посмотрел свой видеоролик с первого слова, и, знаете, все увереннее, увереннее. После первого захвата вот у нас на регби весь страх проходит, так и там после первого слова как бы уже не так страшно. Впредь будешь участвовать еще в каких-то подобных мероприятиях или хватит? Почему хватит? Мне вот очень понравилось. Я бы, может, раньше поучаствовал, просто, не знаю, не осведомлены были вот в этом плане, какими конкурсами когда проходят, а сейчас буду смотреть везде, узнавать, чтобы участвовать. Ну, в общем, еще хочется, очень понравилось.